Покажу, как смоделировать вот такую юбку, а ты просто досмотри до конца. От линии бедер по боковому срезу откладываем вниз 4 сантиметра, а посередине откладываем от линии бедер вниз 10 сантиметров. Соединяем наши точки плавной линией, лучше это сделать с помощью линейки. И примерно на взгляд, распределяя расстояние равномерно, проводим прямые линии вниз от этой линии. Разрезаем. Разрезала. С верхней частью юбки мы ничего не делаем, а раскрываем наши линии. И далее нам нужно равномерно раскрыть и распределить наш будущий волан. Прикладываем к новой бумаге так, чтобы середина волана была ровно закреплена, а дальше мы уже распределяли равномерно. И далее осталось лишь обвести наш волан. Я к низу еще добавила 8 сантиметров, так как у меня выкройка была только до бедер. Теперь убираем наш макет сверху и вырезаем нашу выкройку. И вот такая вот выкройка у нас с вами получилась. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Покажу, как смоделировать вот такую юбку, а ты просто досмотри до конца. От линии бедер по боковому срезу откладываем вниз 4 сантиметра, а посередине откладываем от